Так, теперь пролить водой. Все, землю пока не надо. Ну, теперь поближе ставьте. Да, надо побольше. Так она будет. Для того, чтобы на память о нашем, не об этом событии, а конструкторское бюро «Дисплей» приготовило еще символический камень с табличкой, на котором указано, что здесь посажен яблоневый сад. И предоставим возможность Елене Валерьевне с Александром Сергеевичем и открыть этот памятный знак.